На телеканале «Юганск» дневные новости. Здравствуйте, в студии Виктория Тимофеева. Вначале коротко о главном в этом выпуске. Волки в овечьей шкуре. Сайты-фальшивки пенсионного фонда появились в интернете. Помочь добровольцам. Новый закон об ответственном обращении с животными должен изменить судьбу четвероногих бродяжек. Получили значки из рук героев России. В Нефтеюганске состоялась церемония посвящения в юноармейцы. Выплаты за второго ребенка ежемесячно. Распорядиться материнским капиталом таким образом стало возможным с января прошлого года. Для тех, кто уже воспользовался этим видом поддержки, пенсионный фонд напоминает, пришло время подать заявление повторно. Размер ежемесячной выплаты равен прожиточному минимуму для детей. В Югре он составляет почти 14,5 тысяч. Оформить ее могут семьи с низким доходом, в которых второй ребенок, неважно родной он или приемный, родился после 1 января 2018 года. Получать материнский капитал таким образом семья может до того, как ребенку исполнится 1,5 года. Заявление действительно год. Чтобы продолжать получать выплаты и после первого дня рождения ребенка, родителям нужно не забыть подать новое заявление. Сделать это можно в клиентской службе пенсионного фонда и офисе МФЦ. Разрешить несуществующие проблемы и начислить воображаемые выплаты предлагают лжеюристы с подставных сайтов пенсионного фонда. Попадают в сети мошенников люди старшего поколения. Только за прошлый год таких случаев в Нефтеюганске было порядка 50. Тему продолжит наш корреспондент. Приветствую вас, я дежурный юрист сайта. Обычное начало разговора и предложение бесплатной помощи. Если зададите вопрос, вам предложат ответить на него по телефону и попросят, соответственно, ваш номер. Если вы против, диалог закрывается. Это первый признак сайтов-мошенников. Ну а если проявите заинтересованность, собеседник сделает все, чтобы раскачать вас на платную консультацию. Начинается поступать информация о различных видах выплат, которые якобы этому человеку положены, что-то именно о неправомерных действиях даже пенсионного фонда. В дальнейшем предлагаются услуги пенсионного юриста сначала на безвозмездной основе, а потом, в общем-то, на возмездной основе. Далее вам, как якобы обманутому пенсионеру, предложат опять-таки платно составить обращение в пенсионный фонд. Это заявление действительно приходит в учреждение, и тут становится понятно, что вас просто обманули. Он получит письмо от пенсионного фонда с разъяснениями действующего законодательства, как ему начислилась пенсия. Обещанных пенсионных выплат в принципе не существует, которые там на этом сайте. Это просто действительно для того, чтобы получить деньги с пенсионера. Визуально различить эти поддельные сайты сложно. Используются официальные логотипы пенсионного фонда. Имеются настоящие контактные данные сотрудников организации. Отличают их наличие большого количества рекламных баннеров, непонятная структура портала и просьба предоставить свои личные данные. Это объединяет большинство поддельных сайтов-однодневок. Если все же вы попали на какой-то такой сайт, где вас просят перевести денежные средства в качестве страховки, дополнительных каких-то еще моментов для того, чтобы получить приз, ни в коем случае этого не делайте. Сразу вы должны понимать, что это мошенники. Специалисты советуют, чтобы не стать жертвой мошенников, перед тем, как предоставить номер телефона или другие личные данные неизвестному в интернете, убедитесь в добропорядочности сайта. Для этого достаточно скопировать его доменное имя и проверить на сервисе nick.ru. Так легко выявить сайты однодневки. Виктория Тимофеева, Евгений Трифилов, телерадиокомпания «Юганск». Кто будет владельцем бездомных собак и почему количество фермерских хозяйств сокращается? Эти и другие вопросы обсуждали депутаты на комиссии по экономическому развитию. На заседании работала наша съемочная группа. Слишком много вопросов по новой системе работы с твердыми коммунальными отходами. Горожане жалуются, что начисления не соответствуют реальному числу прописанных. Бюджетные организации недовольны новыми правилами и расценками. Депутат Чайкин предложил пригласить регионального оператора «Югра экология» на следующую комиссию. Коллеги поддержали. Бюджетные организации, они обращались ко мне некоторые. Условия, допустим, такое, что если раньше мусор собирали в мешки и вывозили, да, спецкоммунальный сервис тоже, теперь требуют, значит, чтобы была площадка, чтобы был бак, контейнер. Ну и вообще, там же и тарифы несколько другие, иные. И просто я переживаю уже за наших бюджетников, которые сидят на бюджете, у которых сумма эта уже прописана и утверждена. Год только начался, и куда мы пойдем дальше?
А вот руководство ЖУ-6 просто не пришло на очередное заседание. У депутатов вопросы к нему по долгам. На следующую комиссию парламентарии призвали коммунальщиков привести директора, а заодно и представителей ресурсоснабжающих организаций, чтобы понять, откуда на самом деле берутся недоимки. Меньше яиц, меньше птицы, поголовье скота за год практически не выросло. По отчетам за агропромышленную сферу директор департамента экономического развития поясняет, серьезные субсидии теперь дают только крупным фермерам. По окружной задумке мелкие должны были объединяться, но они уходят. То есть если менее 50 условных голов, то субсидия предоставляется 2 раза в год по представленным документам. Более 50 голов предоставляется ежемесячно. В результате вот этих действий два хозяйства у нас в городе Нефтеюганске закрылись. Одни из них Трохин, они объединились в одно, там было 2 крестьянских фермерских хозяйства, Трохин и Трохина Ирина. Сейчас у нас осталось Трохина Ирина, они объединились в одно, поэтому вот закрылось. 5 крестьянско-фермерских хозяйств, к сожалению, на сегодняшний день находятся в стадии ликвидации. Федеральный закон об ответственном отношении к животным вносит коррективы в местные правила. Сегодня депутаты проголосовали за то, чтобы считать бездомных собак муниципальным имуществом. Дальше будут формировать схему, что с ними делать дальше. Гуманность – это хорошо, но зачем? Есть федеральный закон, мы должны его выполнять. Депутаты призвали использовать успешный опыт других территорий. Очень много создано фондов разных, в том числе благотворительных. Очень много людей, волонтеров. Сейчас это движение набирает обороты. Огромное количество людей при создании условий готовы бесплатно ухаживать, помогать. Ну, это их внутренний порыв. Людям просто нужно помочь его реализовать. Часть действительно частные пожертвования, часть волонтерская помощь, часть муниципалитет помогает. Порядок обращения с животными без владельцев рассмотрят отдельно. Просто отлавливать и усыплять со следующего года по закону уже нельзя. Наталья Платонова, Александр Косевских, телерадиокомпания «Юганск». Нехватка мест при зачислении в школы, а также капитальный ремонт Сибиряка и строительство нового многофункционального спортивного центра на набережной. Эти темы подробно обсудили на депутатской комиссии по социальным вопросам. До 1 сентября еще полгода, но в нефтеюганских школах полным ходом идет зачисление в первый класс. Более того, многие родители жалуются, что мест уже нет даже для тех, кто обращается по прописке. Тем, кто не успел, предлагают альтернативу – поступить в близлежащие школы, либо заносят в резерв. Проблемными остаются у нас зачисление, обеспеченность местами в первых классах. Это в 10-13, начальный 15 в лицее номер 1 и в школе 24. До 1 июля принимаются заявки по месту жительства, после уже от всех желающих и вновь прибывших. По словам Татьяны Лямовой, к тому времени будет проведен анализ. По необходимости где-то придется увеличить количество мест в классах, либо открыть дополнительные. Правда, весь потенциал школьных пространств был практически исчерпан в прошлые годы. Первоклашкам отдают лаборатории, игровые комнаты и даже кабинеты директоров. По лицею, которая, да, ситуация, на сегодняшний день мы набираем только лишь 2 класса, потому что для начальной школы в лицее определено всего 10 кабинетов, и 10 классов комплектов начальной школы на сегодняшний день функционируют. То есть если мы наберем еще дополнительный 1 первый класс, то есть у нас не окажется кабинета для обучения детей, которые учатся во втором, в третьем, в четвертом классе. Значит, также в лицее существует еще одна проблема, то есть после окончания начальной школы 15-й дети должны прийти в 5-й класс и тоже должны прийти в лицей. Народные избранники, как вариант, предложили перепрофилировать, например, дом детского творчества в 14-м микрорайоне. Но, как пояснило руководство департамента образования, данное помещение по Санпину не пройдет. И заверило, что, несмотря на трудную ситуацию, без мест в школе не останется никто. За 2 года, что я работаю в Думе, и обращение граждан, всегда департамент образования находит выход из ситуации. Да, может быть, не в том микрорайоне, где бы хотелось, но я могу сказать, что о какой-то коррупционной составляющей здесь и речи идти не может, потому что, как заявила Татьяна Викторовна Лямова, что 79% было подано через госуслуги. Также на комиссии подняли вопрос капитального ремонта спорткомплекса «Сибиряк». Проектно-изыскательские работы уже прошли, сейчас идет ценовая экспертиза. Что касается строительства нового спортивного центра на набережной, то там будут проводить еще и археологическую экспертизу. Мария Сираева, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск».
В декабре прошлого года РН «Юганснефтегаз» ввел в эксплуатацию новую пожарную часть. Под ее защитой нефтяные особо важные объекты Кинямского месторождения. В составе подразделения 34 человека личного состава и 2 специализированные пожарные машины. Во время тревоги подразделение пожарной части собирается меньше, чем за минуту. В составе в основном молодые сотрудники. Руководит ими командир отделения Наиль Якубов. В пожарной части города Кумертау он проработал 18 лет. На новом месте он и все сотрудники подразделения теперь ежедневно повышают свою квалификацию в нефтяной сфере. Мы изучаем объект, район выезда, тактико-технические характеристики объектов, пожарную опасность его. И в связи с этим мы уже проводим занятия теоретические уже на месте здесь в учебном классе. Введена пожарная часть в декабре прошлого года под ее защитой Кинямское, Угутское и Среднеугутское месторождения, на которых находятся кустовые площадки и крупные производственные объекты ООО «РН Югансктнефтегаз». На вооружении находятся 2 пожарные машины специального назначения повышенной проходимости. Они имеют больший размер пенопака, объем воды и высокую производительность насосных установок, которые способны потушить даже сложные возгорания. На таких объектах очень важно быстро реагировать. Ну, из-за того, что у нас еще пожарное депо очень близко к объекту территориально находится, чтобы минимизировать, то есть возможный ущерб от возгорания и возможных пожаров. РН «Югансктнефтегаз» постоянно расширяет географию своей производственной деятельности. Вводятся новые месторождения и промышленные объекты добычи и подготовки нефти. В связи с этим особое внимание уделяется пожарной безопасности. В рамках инвестиционных проектов сейчас ведется строительство новых пожарных депо на месторождениях. Ввести их в эксплуатацию планируют в ближайшее время. Виктория Тимофеева, Валентин Саблин, телерадиокомпания «Юганск». Встреча 3 поколений продолжает вносить свою лепту в патриотическое воспитание молодежи. Мероприятия в рамках этого проекта продолжались и на выходных. Герои России пообщались с кадетами 4-й школы и провели церемонию посвящения в юноармейцы. Подробности в следующем сюжете. Выходные у героев России выдались активными. В субботу их ждали кадеты. Сотрудники 4-й школы провели для гостей небольшую экскурсию в музейном зале учреждения. В ответ герои России провели для учащихся так называемый урок мужества. Спас наш самолет Афганистана. Это легенда человека. На следующий день героев ждали уже в культурном центре «Юность». Там в торжественной обстановке объединили сразу несколько событий – награждение участников турнира патриотов и посвящение в юнармейцы. От всего сердца хочется поблагодарить вас за организацию проведения такого действительно масштабного и очень важного мероприятия для патриотического воспитания нашей молодежи. Историю надо знать, ее надо помнить, ее надо правильно воспринимать и всегда ее надо защищать. А молодежи приумножать и передавать будущим поколениям. Турнир патриотов состоялся еще в начале прошлой недели. Соревнование собрало около 200 участников. В меткости состязались сразу несколько поколений – кадеты, юнармейцы, сотрудники спецслужб, а также ветераны. В минувшие выходные наградили лучших стрелков. В этом проекте мы сработали как одна команда. И получился у нас действительно результат. Участвовало более 30 команд. Среди награжденных были и представители юнармии. В нашем городе это движение еще только формируется. В планах у организаторов возрождение целой эпохи. Именно в домах пионеров формировалась, вот, скажем так, любовь к будущей специальности. Это была такая предпрофессиональная подготовка, скажем, ориентационная, да, профориентационная. Вот дома юнармии, они и должны примерно эту же функцию на сегодняшний день, на мой взгляд, опять же подчеркиваю, выполнять. Несмотря на нагрузки, в рядах юнармии есть достаточно много девчонок. Для некоторых из них движение даже внесло жизненные коррективы. С детства я хотела быть медиком, а сейчас я задумываюсь о возможности военного медика. Кульминацией награждения стала торжественная церемония посвящения в юнармию. Чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость нашей Родины. Быть патриотом и достойным гражданином России. С честью и гордостью нести высокое звание юнармейца. Клянусь! Клянусь!
Юнармейские значки новобранцам вручили герои Российской Федерации Владимир Шарпатов и Тибергаджи Магомедов. Дарья Прокопович, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск». На этом все. Следующий выпуск смотрите в 7 часов вечера. До встречи в эфире.